Andrzej Kulebin dla portalu Fight Sport. Mamy niebywałą okazję rozmawiać z mistrzem świata. Привет, Андрей. Здравствуйте. Как чувствуешь в Кракове? Ты выиграл свой финальный бой. Что можешь сказать о сопернику своим, которого, ну, хорошо знаешь, да, дрался с ним в Лиссабоне год назад. Что можешь сказать о Мартине Лепковском? Хороший боец или трудно для тебя, трудный соперник для тебя? Ну, мы уже встречались неоднократно, поэтому уже знаем друг друга. Очень сильный соперник, выносливый, поэтому интересно боксировать с ним. Такие бескомпромиссные бои идет, поэтому это здорово. Он умеет сражаться до конца, это хорошее, как это, сердце бойца, поэтому очень здорово. Ну, интересный боец, сильный, конечно. А может он драться по профессиональных боях, так как ты ездишь на Thai Fight, будешь драться с Булакавом, будешь драться с самую верхушку в Muay Thai? Я думаю, это каждый может достигнуть, если будет тренироваться упорно, не жалеть себя, биться и ставить себе цели, достигать их, и это каждый может дойти до этого, конечно. В Польше все знают, кто Андрей Кулебин. Может, ты не знаешь, что в Польше так хорошо тебя мы знаем. Скажи, с чего эта сила белорусского Muay Thai? Ну, это все задаются этим вопросом, но ответы на него мы сами не знаем. Ну, может, мы такие люди, нам так вот уродились. Я не знаю, ну, просто у нас есть возможность, есть сила, есть желание. Мы сами не знаем ответ на это. А может конкретные тренеры, тренировки, конечно, зал? Конечно, так это успех одного человека, меня. Я лишь как наконечник копья. За мной стоят мои тренера, доктора, мои друзья, любимые. Ребята, с которыми я в клубе вместе тренируюсь, с которыми я вырос, с которыми в парах стоял. Это целая командная, а я только уже как наконечник копья, который вот приносит результат. А один в поле не воин. Скажи, Андрей, для тебя кто был такой соперник отличный, такой, с которым ты, ну, очень трудно дрался? На этом чемпионате Европы? Нет, нет, вообще в мире. О, их хватало, с каждым было по-своему, по-разному. Тайцы очень сильные бойцы, поэтому там хватало. Бывало какой-то, может, где-то ты не сильно готов, и поэтому даже тебе, может, спортсмены из Европы оказать очень большое сопротивление, они готовятся, поэтому очень много боев таких, которые действительно были сложные, но... A po poslednim turnirze tutaj w Krakowie, co możesz powiedzieć o polskich bojcach, o polskim Muay Thai? Muay Thai w Polsce bardzo wyrósł, on jawno widno już, że przyrost kolosalny, поэтому silni bojcy, dostojni i tym pokazaniem tego, że skoro ребят w finale, ich klasne boje, поэтому polski Muay Thai idzie w górę i to dobrze. Спрошу еще от тебя один темат. Скажи, что для тебя главное, профессиональная карьера или карьера такая любительская? Ну, для меня и то важно. Я здесь выступаю за национальную команду, там я выступаю за клуб, по профессионалам, поэтому для меня и то важно. Я на каждом турнире готовлюсь, как к любому другому, и выступаю на максимум. Андрей Кулебин, выиграю еще много боев. Буду стараться побеждать еще много. Андрей, dla mnie bardzo przyjemne, że z Tobą pogawarił, że mogliśmy Ciebie gastić przed naszą kamerą, że polskie ребята mogły smotrzeć na Ciebie i smotrzeli сегодня na turnirie. Всего доброго białoruskому Muay Thai i żeby Wam wszystko chwatało. Wam także успехов. Jeszcze увидимся. Спасибо. Андрей Кулебин, мисс świata, wielokrotny мисс świata. Dziękujemy.